организация Академия творческой молодежи Республики. Реализуем республиканскую молодежную антикоррупционную программу «Не дать, не взять» совместно с Министерством молодежи и Управлением президента Республики Татарстан. В детских отравительных лагерях в этой, скажи, коррупции нет. Со студентами это бесплатно. Бывают замечания, мы выявляем контрафакты, которые покажут эту реальность. Предлагаем вам отметить Казань, поддержать эту идею антикоррупционную нашей карты. Аплодисменты. Спасибо вам большое. Вот этого стресса полиграфолог видит, что человек либо лжет ему, либо говорит правду. Здесь вот сюда, вот сюда.